Привет, ребята! Вы на канале Zion Mega Central, и это итоговый выпуск по теме эсминцев Star Конфликта, старших эсминцев Star Конфликта после тех трех видосов, которые вышли на канале. К счастью или к сожалению, не знаю, но вопрос об актуальности эсминцев, какой из них самый лучший, какой из них надо собирать в первую очередь и прочее, он живет до сих пор. С момента появления эсминцев в космосе, ну, в частности, старших эсминцев, да, 14 ранга, этот вопрос живет и не иссякает. И очень много вопросов задавалось мне, что же лучше и на что обратить внимание. Я, как и все остальные зрители и подписчики канала, обладаю своим мнением, и это мнение я хочу вам изложить здесь, тем самым помочь тем, кто еще не собрал эсминцы, а такие есть. Тем, кто не может выбрать действительно, какой эсминец первый собрать. Либо помочь тем, кто накопил ресурсы и, опять же, да, он не может определиться, что же лучше нам использовать, ну, в частности, игроку, да, какой эсминец быстрый, там, крепкий, выносливый и так далее. И, пожалуй, давайте начнем. А начнем мы вот с чего. У нас в Star Conflict существует очень большое количество людей, которые обладают своими вкусами, предпочтениями, мнениями, стилями игры и прочее. Существует огромное количество людей, которые летают исключительно на перехватах. Кто-то летает хилками, кто-то летает ударками, кто-то любит эсминцы. И действительно, эти ряды всегда пополняются этими людьми. То есть и у каждого из них есть мнение, очень много даже драчек в чате, что тот или иной эсминец круче, и каждый гнет свою линию. Для меня, как для человека, который, не знаю уже, я сбился, смотрите мою основу, когда я зарегистрировался, 12-й год, это, в общем, 5 или 6 лет я играю, да, для меня нет понятия, какой-то корабль лучше или какой-то корабль хуже. Для меня есть понятие скилл или просто опыт, да, и из него уже, исходя из него, мы будем с вами отталкиваться. Поэтому сказать, ребята, в этом видосе абсолютным победителем будет Vigilant, все его крафтите, это будет неправильно. Я просто вам сейчас приведу некоторые значения, цифры, которые я собрал непосредственно после сборок. И здесь мы с вами немного поанализируем. Расскажу вам о плюсах и минусах, очень поверхностно, скажем так, о плюсах и минусах тех или иных эсминцев, которые мы будем выбирать. И уже из этого делайте свои выводы, делайте для себя ответы на то, что вам больше по душе, и собирайте тот или иной эсминец. И будет вам, как я всегда говорю, счастье. Итак, давайте рассмотрим, что же в итоге у меня получилось, исходя из моих крафтов. Так, перед нами уже выжимка показательных цифрок на Vigilant, Tyrant и Sirius. Итак, что же получается, что выживаемость у Тиранта оказалась, ну, очень рядом с Виджилантом. У Виджиланта 460-324, у Тиранта 454-342. Сириус здесь конкретно проигрывает в выживаемости, но у него другая фишка, о которой вы тоже в курсе. Итак, по корпусу, смотрите, 214-368 у Виджиланта против 136-080 у Тиранта. Однако Vigilant абсолютно не танчит щитами. У него там 24 тысячи с копейкой против аж 106 тысяч у Тиранта. Тем самым Sirius недалеко отстал от Тиранта по корпусу, 110 534, и обогнал Vigilant'а на 48 787 единиц. Это, ну, почти в два раза по счетам, то бишь ни рыба, ни мясо. В принципе, как это принято считать у федератов. Смотрим дальше.
По сопротивлению на корпус, если Vigilant обладает 64, 124, 124 соответственно, то у Тиранта идут рваные цифры 91, 124, 94, что в принципе тоже неплохо. А вот Сириус опять же проигрывает в нашем главном резисте, да, 77, 111, 48, корпусом особо не потанчишь. Что касаемо щита, у Vigilant 67, 7,37, у Тиранта 82, 77, 52. И у Сириуса 57, минус 3, 27. Ну что ж, вот такие вот показатели у нас на счетах. И я бы не сказал, что здесь выигрывает Vigilant, либо выигрывает Сириус. Здесь, конечно же, победителем остается Тирант. Итак, идем дальше. Что у нас по радару? Радар одинаков. Что у нас по энергии? На Сириусе 5200 с копейками, на Тиранте 4212 с копейками и на Виджиланте 3978. Повторюсь, это все из моих сборок, то есть если вы сделаете точно такие же сборки, получите эти же цифры и будет вам, как говорится, удобно уже летать с чувством, с пониманием о том, о чем вы сегодня здесь узнали. Дальше, по скорости. Скорость у Виджиланта 109, на Форсаже 131. Неплохо, это при том, что я его переработал. Раньше он максимум летал, по-моему, 113. То есть он относительно проапгрейдился в моих руках и стал летать быстрее. Тем не менее, Тирант летает 95-113. Раньше было лучше, мне так кажется. И чемпион по скорости это Сириус 151 метр в секунду и Форсаж 181. Ну, в космосе он разгонялся свыше 200. То бишь, здесь можно спокойно отдать призовую ветвь именно Сириусу. По стрейфам здесь особо нечего говорить. Здесь победителем будет у нас товарищ Сириус, потому что у него крен намного больше по показателям, и здесь он просто побеждает в плане маневренности и скорости. Теперь давайте отдельно по эсминцам посмотрим их плюсы и минусы. Итак, поехали. Ерехонис Тирант. Танковка щитами. Плюс. Игра на маленьких локациях. Плюс. Режим командный бой, плюс. Режим удержания одного маяка, тоже плюс. Что же у нас из минусов? По минусам все достаточно просто. Маленькая скорость, игра на больших локациях и режим захвата маяков. То бишь, если это большая карта и режим захвата маяков, вы вспотеете на Тиранте, чтобы добраться точности в то место, в то время, когда нужно оказаться при захвате, потому что вас будут обгонять. Либо вы не будете до конца стоять на маяке при захвате, потому что вам уже нужно будет ползти через всю карту на другой маяк. Соответственно, не подходят ему режимы, такие как детонация, захват маяков, там, где нужно быстро бегать. Идем дальше. Имперец Vigilant. Плюсы. Танковка корпусом. Много хп. Игра на маленьких локациях. Режим командный бой. Режим удержания маяка. Здесь вы крепость, которая будет выносить врага, в то же время быть очень стойким парнем на карте, которого вынести будет очень сложно. При том, что если ваша команда не тупит и у вас есть хил, подтверждая до сих пор, вы можете быть практически бессмертным. Но это вам нужен в команду хороший действительно хил. Если же вы один, вы просто очень крупный, крепкий парняга, который будет держать своим корпусом на себя весь принимать дамаг, и при этом очень-очень сложно вас будет убить. Поехали дальше. По минусам здесь все так же просто. Маленькая скорость, игра на больших локациях и режим захвата маяков.
Не путать с удержанием одного маяка, потому что там вы пришли, встали, постояли и когда надо ушли. А вот там, где вы постоянно должны удерживать три маяка, вот здесь вы тоже, к сожалению, вспотеете на этом виджиланте. Поэтому будьте внимательны, когда выходите в бой, смотрите, чтобы в слотах у вас были корабли, которые лучше подходят на какой-нибудь другой режим. Иначе будете заложником своего выбора одного любимого корабля и все. Пойдем дальше. Итак, демон. Демон полей Старконфликта, самый быстрый эсминец Сириус. Его плюсы — скорость, повороты, игра на больших локациях, режим захвата маяков. Равных среди эсминцев его класса ему просто нет. Он всегда окажется в том месте, где вы его не ждете. Ведь вам покажется, что там какое-то бревно летит, и оно в принципе не долетит до меня, пока я сам лечу к тому маяку. Не тут-то было. Сириус появляется неожиданно в том моменте и в том месте, где вы его не ждете, забрасывает вас фотонками, пиролучами, и более того, вы будете на среднем корабле, а Сириус окажется впереди вас, еще и быстрее вас на маяк придет. Много раз замечал, как у профессиональных Сириусоводов получалось, во-первых, разгонять его до космических скоростей, и во-вторых, они были вездесущие. Правильный подход к этому кораблю влечет господство на карте. Но есть один минус, о котором я расскажу даже не в следующей картинке. В заключении. Поехали дальше. По минусам. Малая выживаемость. Игра на маленьких локациях. Режим командный бой. Режим удержания одного маяка. Сириус — это машина движения, машина прыжков и постоянной динамики. Во-первых, ему нельзя быть на маленьких локациях, потому что там, как правило, много всяких построек. Ну, давайте вспомним храм, да, либо еще что-нибудь. Режим командный бой. Ну, бегать по небольшой карте тоже сложно. Почему? Потому что малая выживаемость и вас надамаживают. И режим удержания одного маяка. Вам нужно крутиться, в частности, на одном месте, либо стоять, чтобы маяк не захватили. Как турелька, Сириус не может использоваться. И вы, наверное, заметили, что во всем своем небольшом рассказе я ничего не говорю о дамаге. Да, и ведь не зря я об этом не говорю. Знаете почему? Потому что у каждого игрока своя сборка, и дамаг варьируется, ну, абсолютно по-разному. И если я сейчас скажу, вы знаете, ребят, Тирант по дамагу опередил Виджиланта. Действительно, если не ошибаюсь, в моей сборке, посмотрите повторы видосов, там, где я навожу мышку на главный калибр, по-моему, у Тиранта самый высокий дамаг. Потом идет Виджилант, и на последнем месте стоит Сириус. Поэтому, если я скажу, что Тирант самый дамажный эсминец в космосе, я буду в корне не прав. Почему? Потому что вы, ребят, свои пушки собираете сами. Но в рамках моего видео я вам могу сказать, что да, действительно, два самых дамажущих эсминца — это Виджилант и Тирант. Причем там копейки разницы, и поэтому они пальму первенства делят пополам. На втором месте у нас оказался Сириус. Третьего нет. И касаемо того минуса, о котором я не сказал, когда рассказывал о Сириусе. У Сириуса есть один минус. Какой? Он не может, это по моему мнению, не может, в частности, противостоять таким эсминцам, как Виджилант и Тирант. Почему? Потому что маленькая выживаемость. И опять же, это мое мнение, со мной могут не согласиться. И опять же, в космосе я встречал профессионалов, которые мой Тирант разносили в щепки. И даже мой Виджилант разносили в щепки парни на Сириусах, летавшие даже не со щитами, а с дронами. И поэтому это все относительно, ребят, вы должны понимать. Просто если брать сухие цифры и усредненные результаты и вычеркнуть отсюда геймеров-задротов, которые там вообще, да, там с закрытыми глазами летают на этом, то, конечно же, Сириус проиграет. И, пожалуй, ребятки, у меня на этом все. Я надеюсь, вам видео было немножко познавательным, немножко интересным. И для тех ребят, которые не могут определиться, что же собирать, хоть какие-то, но ответы они получили. Зион, а какой же нравится тебе эсминец? Коронный вопрос, да? Я сейчас сижу за монитором и развел руки. Вот мне кажется, просто меня именно вот так и спрашивают.
Я отвечу вам, ребят, я очень люблю Иерихон, но самый мой любимый эсминец это Vigilant. А на сегодняшний момент, да, вот в рамках всех трех видосов, когда я полетал на Сириусе, я полетал на Тиранте, и я полетал на Виджиланте, вот пока что что-то мое сердце растаяло от Тиранта. Почему? Потому что вообще раса Иерихон мне нравится больше всего, я люблю танчить щитами. Но раньше мне не нравился Тирант, потому что с ним было что-то не то. И сейчас я предпочту летать непосредственно именно на нем. За, скажем, звук стреляющей пушки его главного калибра. Это просто сказочный звук. Что касается Сириуса, для меня он остался все так же необузданным, быстрым конем, который носится по карте, и тут, конечно же, нужно привыкать. Что касается Виджиланта, ну, наверное, он мне немножко надоел, потому что приходится вставать на карту, ставить себя в режиме турелька и стоять на месте и стрелять. Вот и все. Ну что ж, ребята, все, на этом все, давайте прощаться. Я желаю вам всех благ в выборе эсминца, каждому свой, как говорится. Адекватов жду в комментариях, пишите, что думаете, пообщаемся, как говорится, мне будет интересно почитать ваше мнение. Хейтерам отдельный привет, я знаю, что половина из вас меня люто ненавидит, не знаю почему. Если у вас свое мнение, вы можете покакать в комментарии, я уберу, непосредственно не переживайте, все будет хорошо. Потешьте свое самолюбие, тоже оставьте комментик. Всем остальным желаю тепла, здоровья, скоро Новый год, радость, счастья. Подписывайтесь на канал, зовите друзей и всех вам благ, ребята. Пока-пока, с вами был Xeon Mega Central.